У нас есть раввин, и предполагалось, что зовут православного священника. К сожалению, мы не знали этого. Можно? Некоторые члены комитета позвали на Всеволода Чаплина. Благодарю. Мы с Михаилом, организаторами этой акции, не можем с этим согласиться. Есть там Чаплин или нет, мне наплевать на это дело. Но ясно, что мы не можем это приветствовать. Но это провокация, по-другому я сказать не могу. Поэтому мы начинаем митинг. Это народ решил судьбу демократии в России в 91 году. И мы должны сказать, поклониться ребятам, вспомнить их, склонить головы. И давайте мы сейчас минуту молчания в их память проведем, так сказать. Давайте подождем. Я, как и многие здесь, стоявшие у Белого дома, надеялся на определенные результаты, на определенный прогресс общества. И в какой-то мере, в самом начале, первые 2-3 года, эти надежды каким-то образом оправдывались. Дальше, и по настоящее время, я считаю, что дело, которое начиналось в 91 году, ну, по крайней мере, даже с помощью вот нас с вами, не угасло, но его надо поддерживать. И его надо развивать с точки зрения демократии на самых народных демократических традициях. Песня называется «Союз друзей». В этой песне звучит метафора, которая в те далекие дни, 25 лет назад, стала нашей главной реальностью. Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.